Добрый день, мои дорогие друзья. Сегодня хочу поделиться вам и спросить, что делать вот с таким непентасом. Мне отдала его знакомая. Они в офис переехали, и там стояло вот это растение. Она мне позвонила, спросила, говорит, хочешь пальму? Но пальма оказалась вот такой вот большой непентас. Как видите, здесь нету вот этих вот кувшинок. Он посажен неправильно, просто землю, поэтому он растет, 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 но кувшинки не выдает. Вот все они у него засыхают, если вы видите. Вот видите, вот. Все усики. Усики есть, кувшинок нет. Ну, вот сверху тут вроде бы как есть. Посмотрим. Вот я хотела вас спросить. Что с ним делать? Хочу пересадить. Дело в том, что у него здесь получается 6 деток. То есть 6 отростков. Вот здесь вот. Листья, вот видите, в конце внизу желтенькие такие вообще. Вот хотела спросить, что с ним делать? Видите, какой большой. Спасибо за внимание.